4 сентября в международном аэропорту Пирсон Торонто приземлились Snowbirds – элитное канадское демонстрационное военно-воздушное подразделение. Миссия Snowbirds – представлять Канаду и демонстрировать образованность, профессионализм и умение работать в команде военнослужащих – мужчин и женщин – канадских вооруженных сил. Именно три таких определения – образованность, высокий профессионализм и умение работать в команде – являются определяющими факторами того, чем занимаются Snowbirds, что они представляют и, самое главное, кого они представляют. Четыреста тридцать первый воздушный демонстрационный эскадрон Snowbirds состоит из 80 талантливых и инициативных мужчин и женщин. Демонстрационная команда, которая выполняет на авиашоу фигуры высшего пилотажа, включает 24 члена Snowbirds, работающих на полную ставку. Они летают на 11 джетах CT-114 Tutors и выступают на различных авиашоу. В 2009 году Snowbirds выступят на 65 авиационных шоу в 45 местах. За более чем 4 десятилетия высококлассные пилоты участвовали в авиашоу, которое посмотрело более 130 миллионов человек. Домом Snowbirds является военная база Мус-Джо, расположенная под городом Мус-Джо в Саскичеване. Snowbirds – первая канадская воздушная демонстрационная команда, которая стала эскадроном. Snowbirds – единственная основная военная пилотажная группа, работающая без самолета поддержки. Четыреста тридцать первый демонстрационный эскадрон был образован 11 ноября 1942 года. Свое имя Snowbirds он получил после проведения конкурса, в котором ученикам начальной школы военной базы Мус-Джо было предложено придумать название команде демонстрационных пилотов. В то время самолеты были покрашены преимущественно в белый цвет, а красный стал символом Канады. Официально имя Snowbirds было группой принято 25 июня 1971 года, а 15 января 1975 года Snowbirds были официально признаны воздушной демонстрационной командой канадских вооруженных сил. Военно-воздушный флот – важная составляющая часть канадских вооруженных сил. Он вносит весомый вклад в защиту границ Канады и всей Северной Америки. Snowbirds гордятся тем, что являются продолжателями многолетней традиции защиты этого огромного региона мира.